무슨 섹시하가시래, 그죠? 예. Наверное, те, кто пришел сегодня в первый раз, подумают, с чего вдруг мое прозвище «секси-девушка»? Наверное, она сошла с ума. Конечно, я сошла с ума. Знаете, как это произошло? Потому что я родилась в очень бедной семье, и я очень хотела стать богатой, добиться успеха. Я ненавидела свою бедность, и поэтому, когда я встретила Атоми, я старалась изо всех сил. Я работала изо всех сил. И почему меня называют секси-девушка? Потому что, ну, во-первых, я девушка, и во-вторых, ведь мы занимались и пользовались косметикой Атоми, правильно? И, честно говоря, я думала, что когда я буду приходить к людям с косметикой, они будут ее раскупать и забирать у меня с руками и ногами, однако этого не произошло. Было очень сложно, но когда я начинала работать, и моя целью было зарабатывать $2000 в месяц, но в первые месяцы я не могла заработать даже $200 каждый месяц. Было очень сложно, и мне не хотелось этим продолжать заниматься. И люди вокруг меня постоянно говорили: «Ты что, не знаешь, как работает сетевой маркетинг?» Они показывали на меня пальцем. Но, вы знаете, во время кризиса IMF наш бизнес с мужем обанкротился, и поэтому у нас не было другого выхода. Я слышала, как наш председатель Пахангиль говорил, что когда у вас в жизни нет никакой надежды, единственная надежда в том, чтобы снова ее обрести. И я поверила в это, и, как сказала уже ранее, поставила перед собой цель зарабатывать по $2000 в месяц. Однако председатель говорил: таких есть очень много мест, где вы можете зарабатывать по 2, по 3, по 5 тысяч долларов в месяц. А в Атоми вы можете зарабатывать по 30, по 50 тысяч долларов. Я тогда не придавала этому особого значения, потому что я думала, мне будет достаточно и двух. И я работала, не покладая сил. И постепенно я стала зарабатывать больше. Через 3 года я уже была в клубе лидеров. И через 6 лет я начала зарабатывать по 50 тысяч долларов в месяц. И, честно говоря, секрет успеха не в том, чтобы у меня были какие-то особые таланты или чтобы у меня был большой стартовый капитал. Нет, я ничего не вложила в этот бизнес. Все благодаря этому инструменту под названием Атоми, благодаря которому мы можем зарабатывать большие деньги. Очень многие люди работают и трудятся изо всех сил. Однако очень многие из них остаются бедными. Но благодаря такому инструменту под названием Атоми, вы можете зарабатывать, как и я, по 50 тысяч долларов. И когда я уже стала богатой и успешной, один из моих коллег назвал меня словом «секси-девушкой». Я сказала, что мне очень не нравится это выражение. Но он мне объяснил, что в этом нет ничего плохого. И поэтому это прозвище за мной так и закрепилось. Представляете, с моим лицом я ходила и рекомендовала людям косметику. И сейчас у меня есть цель стать моделью.
Честно говоря, я сама никогда не знала, что могу быть настолько красивой и успешной. Ведь я жила в квартире, за которую платила по $300 в месяц. Однако во время нашей фотосессии вместе с империал-мастером Пак Чонг Су мы провели невероятно красивую фотосессию. У нас было отличное путешествие. И также мы хотели дать людям знать о корейской национальной одежде ханбок, поэтому мы фотографировались именно в ханбоках. Еще раз повторяю, секрет успеха не в том, не в каких-то ваших талантах, есть ли у вас они или нет. Нет. Потом, ничего этого не нужно. Потому что, вы знаете, например, в супермаркетах, в магазинах только владельцы этих магазинов богатеют. А в Атоме у вас есть свой собственный магазин, своя собственная платформа, где вы можете зарабатывать для себя самостоятельно. И теперь те слова нашего председателя Пак Хан Йеля, когда он обещал, что люди будут зарабатывать по $50 тысяч в месяц, это стало правдой. Сейчас у нас есть члены Атоме, лидеры, которые зарабатывают более 50, более 100 тысяч долларов каждый месяц. И сейчас у вас уже нет времени думать, получится ли у вас в Атоме или не получится. Нет, время начинать и время работать. Ведь благодаря этому инструменту вы можете зарабатывать, вы можете стать успешными.